два года наблюдаем за вашими детьми, они уже, в принципе, превращаются в мужчин за это время, но они больше наводили, так сказать, страх на соперника на большом поле. Ну, как им дается сегодня футзал, как, насколько они ним горят, и какие, вот, возможно, по турниру стояли задачи? Ну, в первую очередь, задача была вывести детей из города Хмельник, чтобы они получили игровую практику. В принципе, я турниром очень доволен, потому что мы заявились, играли на год, на два старше, детки нас были. Показали очень хороший футзал. Ну, так получилось, что мы сегодня не первые, но футзал показали хороший. Ну, им тяжело дается переход вообще с большого поля вот на футзал? Вы знаете, наша команда играет как в футзал, так и на большом поле. И я думаю, что в принципе, в связи с погодными условиями, то как бы зал мы построили легко. Спасибо.